Через 2 года Мордовская школа фигурного катания на коньках будет отмечать свой первый юбилей – 10 лет. Доморощенных спортсменов высокого уровня за этот период воспитать не удалось. Все успехи региона в этом виде спорта связаны с приглашенными спортсменами. Если в спортивном плане достичь определенных высот не получается, то в организационной составляющей в Мордовии все в порядке. 2 чемпионата страны, 2 турнира международного уровня. Это далеко не весь перечень соревнований, которые за это время прошли в Саранске. В следующем году их не станет меньше. Наша столица примет финал Кубка страны, спартакиаду школьников и юниорское первенство России. Подготовка к этим стартам началась уже сейчас. Мордовские фигуристы разучили новые программы и представили их на суд жюри на открытом чемпионате республики. Сезон для нас начинается, но, тем не менее, у нас уже работа идет полным ходом. У детей почти у всех заменены программы, поэтому мы работаем над новыми программами, осваивают новые, более сильные элементы ребята и выступают уже по другим разрядам. В общей сложности в чемпионате Мордовии и всероссийских соревнованиях для самых маленьких «Мастарава-2016», которые проходили параллельно, приняли участие более 100 фигуристов. Это представители Саранска, Рузаевки, а также гости из Нижегородской и Пензенской областей. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Наши новости.